Пресс изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава. Это придает данному устройству надежность и долгий срок эксплуатации. Аппарат позволяет сэкономить массу времени и приготовить множество вкуснейших блюд. Для того, чтобы приступить к работе, пресс необходимо зафиксировать на поверхности с помощью отверстий в основании. Теперь кладем очищенный картофель на матричную решетку и прижимаем. Нет ничего проще –